Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Самамнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Даям Гопи Джанна Самаюктам Бинда Банам Манухар Ванча калпатору вашке пасинд бевеча, патитананг павне бхавишна вибью намо намха, муканкаро тивача ланг пангунг ланг хетгирим, ятке патам ханг банде парма нандумадвам, бринда вой тусиде вой пия вой кесва сача. Шнафакти паде деви саттваттвай намо намаха Нараяна намаскритто норанчайва нароттама Девин сарасватин вясам тато жайо мудира Шанкиртане кишна катху падеше Гаурия патрашо пракасане ча Шадануракта гуру бхакти йогта Бхакти Прамодакша Джагод Баруна Дейям Сада Парибхавагна Мавишта Духам Титас Падам Сива Виранчанутам Сараньям Витатихам Панотапал Бхавадибутам Банде Махапурусате Чаруна Равиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Биспуриджита Камипигапавадушвадарши, Пурнанурагара Сасагара Сарамурти, Сарадхикамай Каданкар, Сри Кришна Чайтанна Прабхунита Ананда, Сри Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда, Сри Кришна Чайтанна Прабхунита Ананда, Сиаддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджануламбита бхужау канука бодато Санкиртанай капитару камала хитакшо Вишамбару дижавару джугадхарма пало Банде джагатприякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Муктин Ча Муктин Ча Дадасинитам Бхаван Рупена Садханаранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Вивуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманго Мада Парам Бараноси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги саджушо бадане, Лакшми джасса чабакшаши, Джасья астихиде самбид, Твам нишинга махамбаджи. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама. Рам Рам, Харе Харе. Калаха Калир Валина Индио Байри Варга Бхактипат Ихо Кантака Коти Рудха
Ha-ha, kajami, kimaham karomi, sit chaitanya chanda yodinadhyam kipam karoshi. Kalaha kalir valina, indiyo bairi varga, bhaktipat iho kantaka koti ruddho, kajami, kimaham karomi, chaitanya chanda yodinadhyam kipam karoshi. Gaudiya Goshthipati, Шри Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, не став Гуру Дева Татмой, единым с Гуру Девой, мы не сможем достичь успеха. We cannot come out successful. Gurudeva Tatma, what do you mean by Gurudeva? Что означает Гурудева Татма? What do you mean by Gurudeva Tatma? Gurudeva Tatma means you should remember that Gurudev is not a human being. Это постоянное памятование о том, что Гурудев не отличен от Бхагавана. Это первое определение. Not verbal approval. You should realize from heart. Не просто понимать это на словах, но всем сердцем чувствовать, что Гурудев не отличен от Гурудева. О, простите, от Гауранги. Should be my only object in my life. Only object of. И помимо этого, Гурудев должен быть единственным объектом моей любви. Потому что если я буду любить кого-то еще, это говорит о том, что я нахожусь под оковами этого материального мира. Сейчас вам непонятно, что я говорю. Вы не осознаете этих слов. Мои шикшагуру, мои дикшагуру принадлежат к одной неделимой гуру татве. Как только я обрету парамахамса даршан в тот день, куда бы я ни посмотрел, я повсюду буду видеть Гуру Пада Падмо. Мне больше не захочется наслаждаться. На кого бы я ни взглянул, на мужчину, женщину, во всех я буду видеть Гуру Пада Падмо, его проявление. Это и есть Парамахамса Даршан. You cannot find even any single object which you can identify as my object of enjoyment. Во всем мире не будет ничего, чем вы бы хотели наслаждаться. You cannot think when you can grow Paramahamsa Darshan. You cannot think that any object here. Вы не будете воспринимать ничто вокруг себя как объект своего наслаждения. Sarva bhutesu jo bhagavat bhava atmanah. Атмани Бхагавати Эша Бхагавататтаман. Сарва Бхутешу Йо Пашет Бхагават Бхава Атманаха. Everywhere he can see his Guru Padma manifested. It's called Paramahamsa Darshan. Not a matter of joy. Вы будете видеть проявление Гуру Пада Падма повсюду. Можно занять пост ачарья, завести тысячи учеников, проповедовать за границей. Это еще не признак успеха. Много раз я в открытых собраниях говорил, со смирением, что до тех пор, пока мы не установимся в Адвайе Гьяна Татве, мы не должны проповедовать.
Поскольку пока этого не произойдет, мы не видим Кришну повсюду. Мы не видим Кришну во всех и каждом. Поэтому до этого момента мы сможем привлечься либо женщинами, либо деньгами. И то, что мы говорим, не будет являться харикатхой. Это будут простые лекции. А лекции... Лекция — это не харикатха. Итак, пока я не установлюсь в Адвайганататве, я не должен проповедовать. Ведь если я буду проповедовать в таком случае, то я не только свою жизнь разрушу, я разрушу все вокруг. Итак, единство в многообразии, многообразие в единстве. Необходимы прямые осознания. Шрила Сачитананда Бхактивинод Такур много раз говорил, что если вы сами в совершенстве не следуете правилам, предписаниям, не нужно проповедовать. Прежде всего, проповедуйте сами себе. Но кому интересны слова Бхактивинода Такура? Хотя бы пару преданных приведите в пример, которые в точности следуют наставлениям Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Такура. Тех, кто, прикоснувшись к Нрисингхадеву, смогут поклясться, что они в точности следуют их наставлениям. Кто может поклясться? Никто, потому что они знают, что если сейчас они соврут, то это повлечет страшную смерть за собой. Шрила Бхакти Валлабха Тиртха Госвами Махарадж кричал в последние свои дни харикатху, кричал, что никто не хочет Бхагавана. Все хотят что-то от Бхагавана, но никто не хочет его, Бхагавана. Все просто хотят получить Бхагавана себе в слуги. Все и каждый. И это не умонастроение преданного, это не преданные. Итак, пока вы не достигнете, не займете абсолютную позицию Гуру Дева Татма, вы не сможете обрести полную милость Гуру Пада Падмы. Это невозможно при помощи денег. Можно создавать видимость того, что вы хороший ученик, но это не принесет милости, полной милости Гурудева. Только когда вы станете, только когда вы осознаете, что Гурудев не отличен от Бхагавана. Поэтому, когда доволен Гурудев, доволен Бхагаван и Вайшнавы. Поэтому для нас гораздо проще удовлетворить Гуру Пада Падму, Гуру и Вайшнавов, чтобы они стали довольны нами от всего сердца. И тогда мы сможем достичь успеха. В противном случае это невозможно. Когда вы
осознаете, когда вы чувствуете, что Гурудев — единственный объект вашей любви. Вспомните, что говорил Шринивас Ачарья. Вы можете запомнить все шастры, вы можете наизусть цитировать их, проповедовать. Но это еще не говорит о том, что вы достигнете высшей цели. Бхактивинода Такур говорил, что вы подразумеваете под проповедью. Если вы при помощи своей проповеди не можете изменить сердца преданных, прежде всего измените свое сердце, и затем идите проповедовать. Итак, если вы выучили наизусть все шастры, но при этом не развили огромнейшую любовь к Гурупада Падму, Гурупада Падме, вы не сможете обрести бхакти. Это очень четко говорит Шринивас Ачарья. Любовь к Гурупада Падме должна быть такая, что без него вы будто бы слепы. Но сейчас вы как совы. Сова днем ничего не видит. Но ночью, когда другие не видят, она видит все. Но днем от солнца она прячется. Так вот, мы также не видим ни Гурупада Падму, ни вайшнавов. Мы на самом деле являемся еще страшнее Камсы и Хираньякашипу. Мы не можем выносить присутствие вайшнавов, не можем сносить. Мы стремимся изгнать чистого преданного из общества. Нам невыносимо его присутствие. Потому что если есть чистый преданный, то все будут выражать почтение ему. Это мой опыт. На практике я познал это. На протяжении всей своей жизни я наблюдал это. Я видел, как Гурупад Падма и наша Гуру Варга. Я видел, насколько прекрасны представители нашей Гуру Варги. Те, кто следовали Прабхупаде. Именно поэтому я по сей день жив, я рассказываю Харикатху. Благодаря общению с вайшнавами, оно настолько важно, что оно для нас важнее, чем общение с Бхагаваном. Если Бхагаван сейчас предстанет передо мной, что я получу от общения с ним? Он не будет прославлять себя. Таким образом, мы для нас гораздо более важно общение с преданными, с гуру, который будет прославлять Бхагавана и его лилы. И благодаря этому произойдет подлинная встреча с Господом, с Бхагаваном. Как вчера я говорил, Харикатха из уст Парамахамса Вайшнава — то же самое, что непосредственная встреча с Господом. Что мы можем увидеть своими глазами? Бхагавана мы ими увидеть не можем. Так же, как Гуру и Вайшнавов. Даже если сейчас Бхагаван предстанет передо мной, я не вынесу его энергию, мы потеряем сознание,
Потому что Бхагаван настолько могущественен, что нам невозможно будет находиться рядом с ним. Поэтому для нас лучше слушать Харикатху больше и больше, день и ночь. Сейчас я бы хотел поговорить о Вриндаван Дас Такур Махашая. Итак, Вриндаван Дас Такур является Гурудева Татма. Он обладал такой глубокой любовью к Нитьянанде, что нам сложно представить. Куда бы он ни посмотрел, он всюду видел Нитьянанду. Именно поэтому книга, которую он написал, так важна. Читание Бхагаватам. Одно единственное слово, которое исходит из уст чистого преданного, которое он произносит от боли и разлуки. Обладает огромной ценностью. Возможно ли, читая книги тех, кто уклонился от Прабхупады, достичь Бхагавана? Невозможно, потому что они сами не обладают, они сами не обрели Бхагавана. Прежде всего, причина в том, что они уклонились от Шроутапандхи. Они могут писать тома книг, проповедовать по всему миру. Это еще ни о чем не говорит. Итак, Вриндаван Дас Такур Махашая не проповедовал в западных странах. Но, тем не менее, через свою книгу он даровал нам Гаурангу Махапрабху, так же, как это сделал Кришнадас Кавирадж Госвами. Читание Чаритамрита, читание Бхагавата не отличное от читания Махапрабху. You cannot engage. He can personally can come. I cannot engage Guru in myself. Прабхупад давал нам настолько тонкую сиддханту, что ее сложно постичь. Однажды This logo, why I put two lion, why lotus feet, they all explain. Without any background, out of my emotional mood, I put this, not there, have some background. The Pope wanted to Итак, Прабхупад хотел один определенный, сделать определенный логотип, но какой-то преданный изменил. Когда Прабхупад увидел конечный результат, он спросил, кто это сделал. И тогда он дал, объяснил, сказал, что вы не имеете права вовлекать в служение чистого преданного, вовлекать чистого преданного в служение себе. Если он сам хочет совершить какое-то служение, он может это делать, но мы не должны никого заставлять.
совершать служение себе. И не только себе. Наша Гуру Варга использует отборные слова в объяснении стихов. Что такое дара? Дара переводится как «жена». Но в действительности это слово мужского рода. А патни также жена, но женского рода. И калатра также переводится как «жена», но оно среднего рода. То есть посмотрите, насколько сложен санскрит. И наша Гуру Варга подбирает всегда точные слова, которые в точности передают смысл. Итак, вчера я хотел донести до вас, что Прабхупад объясняет нам, что Гауранга и Нитьянанда проявляют Вишая Виграха Лилу, несмотря на то, что они являются Ашрая Виграха. Вриндаван Дас Такур прославляет Гор Нитьянанду в стихе, который мы сейчас читаем. Иногда вы можете заметить, что я говорю что-то, что не содержится в читании Бхагавати или читании Чаритамрити. Я привожу шлоки из других писаний, потому что читание Бхагавата содержит в себе саму суть. Когда Мурари Гупта наблюдал игры Махапрабху, он видел все. Он наблюдал всю Навадвипа-лилу Махапрабху и запомнил ее, запомнил в деталях все. Он на самом деле является Ахануманджи Махараджем, поэтому обладал замечательнейшей памятью. На самом деле, помните, запомните, что Хануманджи, нет большего пандита, чем Хануманджи Махарадж. Он настолько умен, но по своему смирению он говорит, что я просто животное, я обезьяна, ничего не знаю. И он написал столько деталей о играх Махапрабху. На основе этого составлена книга «Нимай». Она опубликована на Бенгали. Это такая замечательная книга, что если вы будете читать ее, будете смеяться, плакать, танцевать от счастья. И необходимо перевести ее на английский. Время мало, тем не менее, мы должны успеть. В этом стихе говорится, что и Гауранга, и Нитьянанда приняли рождение в этом мире.
Что означает нара? Нара означает человек. Нарау, нараха, означает много людей. Много склонений существует в санскрите. Английский так прост. Просто, можно сказать, никакой грамматики. Но в санскрите все гораздо сложнее. Из-за глубочайшей милости они пришли в этот мир. Апаричинья означает безгранично. Паричинья означает ограниченное. Тем самым Вриндаван Дас Такур показывает нам, что Нитьянанда безграничен. А как можно вступить в отношения с, с бесконечностью? Для нас это невозможно. Завтра мы поговорим об этом в деталях. Итак, Бхагаван именно поэтому принимает форму человека и приходит в этот мир. Как обычный человек. Вначале он ребенок, потом он подрастает, становится прекрасным юношей. Один мусульманский поэт. Мама была хинду, папа был мусульманин. Таким он был выдающимся писателем, что даже Рабиндранат Тагор, знаменитый индийский писатель, побаивался его. Он был пожарным, и на работе он писал стихи. Он был мусульманином, мусульманским писателем, но писал о Кришне. И настолько замечательно писал, что не сравнится даже с тем, что делал Рабиндранат Тагор, с тем, что писал Рабиндранат Тагор. Написал так много песен. Он писал: ты маленький мальчик, но играешь с бесчисленными мирами. А Рабиндранат Тагор написал эти строки. Благодаря им он получил Нобелевскую премию. В переводе они означают, что с внешней точки зрения ты обладаешь границами, придя сюда как обычный человек. Кажется, что твое тело имеет границы, но на самом деле это не так. Ты безграничен. Бесконечность заключена в твоем образе, в твоем теле.
А Вриндаван Дас Такур Махашая пишет это. Вы поняли теперь, наверняка, что такое паричинья. Бхагаван бесконечен, безграничен, но для того, чтобы пролить на нас милость, он пришел сюда, приняв определенную форму, форму обычного человека. В противном случае мы не смогли бы установить отношения с Господом. Как вспомните случай с Арджуной, он был близким другом Кришны, но увидев его вселенский образ, он был готов отказаться от дружеских отношений с Кришной. И попросил: пожалуйста, прекрати, я не могу больше смотреть на твое величие. Я хочу видеть твой двурукий образ или как максимум четырехрукий. То есть, узнав о величии Кришны, о его вселенском образе, если бы он не являл человекоподобные лилы, то мы не смогли бы установить с ним близких отношений. Когда Кришна предстал перед Деваки в четырехрукой форме, Деваки поразилась: «И ты наш сын?» Но увидев состояние Деваки, Кришна пролил на нее милость и предстал перед ней как новорожденный, оказался на ее коленях, и тут же она забыла, что видела мгновение назад. Все это благодаря йога майям. То есть теперь вы понимаете значение слова паричинья. В форме Махапрабху заключена бесконечность, бесконечная концепция Господа. Но в действительности мы этого сейчас понять не можем. Это необходимо осознать. Ишвара можно назвать и Шанкар Бхагавана, поскольку он получает энергию от Бхагавана. Господь — Абсолют, Он абсолютен. В действительности и Индру можно назвать Ишварой, но они не являются абсолютным Ишварой. Поэтому в Брахма Самхите сказано «Ишвара Парама Кришна», то есть «Ишвара Сачитананда Виграха». Кришна является высшим. Гор и Нитьянанда не отличны друг от друга, и они являются Верховным Господом. Почему Вриндаван Дас Такур Махаша использует именно это склонение? Потому что в нем содержится указание на вечное существование. Как я вчера говорил, если вы
понимаете, что существование какого-то явления не вечно, оно относится к материальному миру. То, что вечно, то, что существует вечно, может называться сат. Таким образом, материальный мир — асат. Он не является вечным. Все, что мы здесь видим, все, что мы чувствуем, временно. Тем не менее, мы не можем сделать такое же заключение, как делает Шанкарачарья, утверждая, что весь этот мир подобен сну. Махапрабху объясняет, да, материальный мир существует, тем не менее он временен. Разве это правда, что мы едим, спим, действуем, все это сон? Нет, сказал Махапрабху, это действительность. Тем не менее, она конечна, она временна. Итак, Гаур и Нитьянанда вечно существуют в трансцендентном мире. Они не подобны обычным живым существам, которые рождаются и умирают. На Шветадвипе находится Гаура Дхама, которая существует вечно. Два брата. Совершают баджан. Что означает совершать баджан? Посвящать все, что у вас есть. Все ваши, всю вашу энергию, всю, все ваши средства, все, что у вас есть, служению Господу. Бадж — корень — это сева. Баджан без служения невозможен. Преданный всегда хочет прославлять Бхагавана, проповедовать его славу, славу Гуру и Вайшнавов. Потому что, то есть, главный смысл служения — доставить удовольствие Бхагавану. Когда мы совершаем служение, нужно быть всегда сосредоточенным на этом моменте. Доставляет ли мое служение счастье тому, на кого оно направлено? Один преданный постоянно время от времени посылает мне пожертвования. Я знаю, что у него не так много денег. И я ему сказал, мне особо не нужны никакие пожертвования. Не нужны мне пожертвования. Я тебе уже говорил, совершай служение на Говардхане, все, всюду, совершай служение. А он служить не хочет, он просто хочет обмануть меня вот этими пожертвованиями. То есть ему неинтересно, чего хочет мое сердце. И он посылает пожертвования. Итак, Шри Кришна Чайтанья. Гауранго Нитьянандо not writing. He is writing Шри Кришна Чайтанья.
Он не пишет Гауранга Нитьянанда, он пишет Шри Кришна Чайтанья. И это должно, это показывает. То есть, что это вопрос, почему бы не написать просто Гор Нитьянанда? Но он пишет именно Шри Кришна Чайтанья. Почему? Потому что он хочет указать на то, указать на сокровенную лилу Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху. Когда Вриндаван Дас Такур Махашая родился в этом мире, он Вриндаван Дас Такур Махашая никогда не встречался с Махапрабху. Когда Гауранга Махапрабху покинул этот мир, его маме было всего около 4 лет. То есть потом его мама подросла, вышла замуж. И потом только уже появился Вриндаван Дас Такур. Но Нитьянанда оставался в этом мире, и именно с ним встретился Вриндаван Дас Такур. Следующая шлока, четвертая, и в ней указана причина прихода Нитьянанда и Гауранги. Насколько превосходна гора Аватара. Пока мы не получим полную милость Гурупада Падмы, Сарасвата гора, Сарасвата гору Варги, этого не понять. Джаяти — прославление. Викрам означает сила, могущество. Разная энергия, разная сила проявлена в этом мире. Есть сильные люди. Викрама — санскритское слово. Энергия. Калки-аватара — это последняя заключительная аватара Господа, которая приходит в этот мир. Она приносит в ее руках оружие, при помощи которого Бхагавана не касается тама. Но тем не менее мы видим порой, что Бхагаван злится. Кришна порой злится, когда он расправился над Камсой, он был зол. Даже Чайтанья Махапрабху разозлился, когда Джагай Мадай разбили голову Нитьянанде. Он уже призвал свою чакру, но Нитьянанда взмолился:
ты обещал, что ты не прибегнешь к оружию в этом воплощении. Единственное твое оружие — это санкиртана. Итак, время от времени Верховный Господь проявляет гнев. Тем не менее, даже этот гнев приносит нам стопроцентное благо, лишь во благо нам. Парикшит Махарадж задает этот вопрос, почему Бхагаван убивает? Нет там, нет на самом деле в Господе злости, гнева как такового. Он лишь защищает своих преданных и убивает демонов. Почему приходит Нарисингхадев, Варахадев для того, чтобы убить? Нет, чтобы защитить своих преданных и расправиться с демонами. И тем самым он приносит огромную милость. Когда Рамачандра убил Равану, он пролил на него беспричинную милость. Он не из-за зависти убивал Камсу, а Равану. На Рамнавами Титхи, я надеюсь, мы поговорим о глубинных чувствах Рамачандры, как он плакал в глубине сердца о том, что ему придется это сделать. Равана не понимал, что раньше я жил на Вайкунтхе, а теперь я стал демоном. Но Рамачандра все это прекрасно знал. Помните, я рассказывал историю? Как встретились на поле битвы отец и сын. Они не знали, а сын знал, что перед ним его отец, а отец не знал, что это его сын. Было запланировано целое сражение, и были проданы, распроданы тысячи билетов. Люди собрались. Зрители собрались, отец сражался со своим сыном безжалостно, но сын, зная, что это его отец, не мог причинить ему зла, он был очень осторожен. И когда отец уже практически убил его, сын вскричал «Отец!». И тогда отец, этот человек, понял, что это действительно его сын. Итак, самбандха-гьяна настолько важна, что именно когда, только тогда, когда мы ее обретем, мы поймем наши обязанности. То есть, когда отец понял, что перед ним его сын, он понял свои обязанности. То есть им никому не надо было его учить тому, что раз это твой сын, ты должен его любить. Это все естественно проявилось в нем. Любовь естественно проявилась в нем. Итак, самбандха настолько важна, что как только вы ее осознаете, разовьете, вы погрузитесь в служение. Итак, теперь вы поняли значение слова Вишудха Викрама. К
Кришна также совершал какие-то политические игры. Он очень хорошо разбирался в ней. Но это не говорит о том, что он был политиком, то есть имеется в виду лицемером. То, что делал он, было совершенным, а то, что делаем мы, грязном. Итак, Вишудха Викрама. Все, что бы ни делали Гауранга и Нитьянанда, совершенно. Нет никакого осквернения в их действиях. Они чисты. Мы видим, что Кришна прибегает к оружию. Несмотря на то, что Кришна поклялся, что он не прибегнет, не возьмет в руки оружие на поле битвы Курукшетра, тем не менее он нарушает это, этот обет, это обещание. Питама Бишма говорит: я хотел сражаться с тобой ради того, чтобы ты нарушил свое обещание. Ты дал обет, что ты не будешь брать в руки оружие, а я решил, что я заставлю тебя сделать это. Я хотел показать, насколько сильно ты любишь своих преданных, что ради них готов даже отказаться от своих слов, нарушить свои обещания. Когда Кришна пришел увидеть Питама Бишму, когда тот уже был на смертном одре, тот сказал: «Ты выпрыгнул с колесницы, как лев, решил, то есть как лев побежал на меня, чтобы убить меня. Это ты нарушил свои обещания, и вот это твой прекрасный образ всегда со мной. Насколько сильно ты любишь своих преданных?» Кришна просит своего преданного, Арджуну, провозгласи, что мой преданный не умрет, никогда не умрет. И тогда Арджуна спрашивает: а что ж ты сам не скажешь? А Кришна говорит, что порой я нарушаю свои обещания, но обещание моего преданного никогда не будут нарушены. Провозглашай по всему миру, что мой преданный бессмертен. Is the meaning. Whatever effort we can see in the life of Gauranga Nityananda, all pure always. It's not a big pure to always. Итак, все деяния Гауранги Нитьянанды чисты. Вишудха. Even the external expression of anger is nothing. И даже внешнего проявления гнева в их действиях не существует, не встречается. Были те, кто открыто противостояли Гауранге, но он не гневался на них. Вспомните, какой киртан пел Шрила Бхактивинода Тиртха Госвами Махарадж. Мой гуру Махарадж отправлял меня к нему, к
Как мы наслаждались в то время, как танцевал и пел Махарадж. Сейчас все нет этого. Такое наслаждение. Вот это время, Гора Пурнима. Сейчас мы погружены в Харикатху, но тогда мы шли с Бхактивадхиртха Госвами Махараджем и наслаждались его присутствием. То есть были счастливы, как он пел. Акротха Парамананда. Акротха означает нет даже намека на гнев. То есть Акротха Парамананда Нитянанда Рай. Я хочу вновь и вновь слушать этот киртан Шрила Бхактивалби Тиртхи Госвами Махарадж. Он так глубоко трогает мое сердце. Шонара Парвата, как золотая гора, он катается по земле. Такой замечательный киртан. Если вы хотите изменить свое сердце, вы должны слушать киртан. Нужно публиковать эти киртаны для того, чтобы каждый мог обрести благо. На Параматале Махарадж прыгал, подпрыгивал, и все мы тоже подпрыгивали, глядя на него. Сейчас я не танцую. Прежде я привык танцевать, а сейчас не с кем танцевать. Я не могу как на показ танцевать, но внутри сердца я, в сердце я всегда танцую. Руки Махапрабху достигали колен. Сарабуджа. Порой он проявлял это настроение. Нитянанда нет, но порой Гауранга проявлял. Okay, it's speaking about Gauranga. Chaitanya Mahaprabhu, when he was sannyas, когда Чайтанья Махапрабху был саньяси, об этом мы будем говорить вечером, какую удивительную, совершенную милость он проливал. Сарамбам Бхаттачарья узрел его шестирукий образ и потерял сознание. Гауранга Махапрабху — Верховный Господь. Нитьянанда также является Верховным Господом. Адвайта Гасай — Верховный Господь. Об этом также сказано в шастрах. У Гауранги, Нитьянанды, Адвайта Гасая по две руки. Гауранга совершает санкиртану. Он пьет расу. И они постоянно танцуют. Bindavan Dasa already wanted to indicate. Wanted to indicate, right?
Нартакаха в единственном числе. Прославляя Гаурангу, мы в то же время прославляем Нитянанду и Адвайта Гасая. Из-за выдающейся преданной раса выходит за границы, как Ганга спускается в Гималаях в этот мир, и как Алакананда стекает вниз, разделяется на несколько потоков. Всю жизнь Махапрабху переполняла раса. На эту тему есть много киртанов. Я думаю, что будет хорошо собраться и совершать киртан на Гаура Пурниму. Итак, Гауранга и Нитянанда танцевали вместе с преданными, и раса распространялась повсюду. That Gaur Nityananda, I like to see, even today, you can, if your eyes is clear, если, you can see Gaur Nityananda dancing. То есть по сей день вы могли бы, вы можете увидеть танец Гаур Нитянанды, и эта лила до сих пор происходит здесь. After that, Vrindavan Das Thakur was writing, Jayati, Jayati Deva, Krishna Chaitanya Chandra, Jayati, Jayati Kirtir Jasho Nitra Pavitra, Jayati, Jayati Vritta Hastasya Visheshwamirte, Murte, Jayati, Jayati Nitam Tasho Sarva Priyanam. Это следующий стих, который также является прославлением, вступительным прославлением. Мы прославляем Верховного Господа Гаурангу Махапрабху Шри Кришна Чайтанья Чандру. Jayati Jayati, we're going to glorify all his, aprakita lila. Мы прославляем его трансцендентные игры. Хотим прославить все его пракрита лилы. Вриндаван Дас Такур Махашая пишет, что если Анантадев захочет прославить Махапрабху, это займет бесконечность, поскольку слава Махапрабху безгранична. All his lila, I like to glorify. Jayati Jayati Kirtir Jasho Nitya Pavitra. After that, Jayati Jayati Bhrittaha Tasho Visheshamurte. Jayati Jayati
You know, it is written, Vishesha Murti. Prabhupada actually, in general, giving meaning. After that, Prabhupada giving some explanation. First of all, giving general meaning. Lilamay, Sharat. Sharat means who is not Prabhupada приводит общее значение, а затем дает объяснение. So, Lilamay, Sharat, Purusha, Sri Krishna, Chaitanya, glorify. Vrindavanda. Vrindavandas Thakur. Unique Lila. Pavitra Lila Kirti Jayuto, all is, you know, Lila Jayuto. Sarveshwar, Sarva Jagat Prabhu is the Lord of Infinity. Sarva Jagat Prabhu, Он Господин бесчисленных миров, Он Джаганнат. The meaning Jagannath itself implies, even one illiterate man. Даже неграмотный поймет, что означает Джаганатх. Джага плюс Натх. Он Господь Вселенной. И Прабхупад в своих комментариях пишет это. Махапрабху — это Сат-Чит Ананда Виграха. Он Господин всех. Он Господь всех богов. Ишвара всех Ишвар. Как Чайтанья Махапрабху во время своих детских игр подшучивал над маленькими девочками, забирал у них фрукты, съедал их. Те злились. А Махапрабху говорил, кому вы поклоняетесь? Ганга и Дурга — мои служанки, Шанкар — мой слуга, поэтому поклоняйтесь мне. Махапрабху говорил абсолютно истину, но девочки злились. Как много раз я рассказывал, когда Шачима делала приготовление для поклонения Шашчима, для того, чтобы Нимай вырос умным. И она подождала, ждет подходящий момент. И целый день она готовила, пока Нимай играл, и думает, как мне пройти мимо Нимая, когда он играл во дворе, чтобы он не увидел, что я приготовила. Она все положила на поднос, накрыла полотенцем и понесла в храм Шаштима. Но и тут же она видит, что ей навстречу идет Гауранга. Нимай. Нимай подходит и спрашивает, куда ты, мама, собралась? Иди домой, я скоро приду. Нет, скажи, куда ты пошла? Иди домой. Я скоро приду. Что у тебя в руках? Ничего, ничего в руках нет. Иди домой. А он не успокаивался. Покажи, что у тебя в руках. Я тебе не дам никуда пойти. Шачима выше Нимая, то есть она поднимает эту руку с подносом, но Нимай каким-то образом схватил, что на тарелке стал есть. Нимай говорит, кому ты собралась поклоняться? Шашти? Что ты расстраиваешься? Если я приму этот просад, Шашти будет очень счастлива. Шачимата молится Шачима, пожалуйста, не злись на моего сумасшедшего сына. Что он говорит? So, Mahaprabhu
Тем самым Махапрабху четко говорит, что я Господь всех богов. Я Господин всех. И Его мы хотим прославить. Мы хотим прославить всех преданных Гауранги Махапрабху прежде всего, потому что они подобны медоносным пчелам. Без них как мы сможем получить мед? Таким образом, мы во вторую очередь должны предлагать Гауранге поклоны. А в первую очередь мы должны предлагать поклоны тому, при помощи кого мы сможем обрести мед. А это преданные Гауранги. Гаурасундар, Гауранга. То есть мы прославляем Гаурасундара, Гауранга и его преданных, всех его вечных спутников, всех, кто дорог ему. Сарва-прия-нам. Множественное число. Итак, мы хотим прославить тех, кто являются близкими спутниками Махапрабху. Вместе они танцуют и воспевают славу Махапрабху. Их танцы и киртан очищают бесчисленные мира. Когда преданный кричит «Харибол», земля очищается, райские планеты очищаются, и все вокруг. Нам это не ясно, но это так. Итак, мы очень удачливы, что мы узнаем это глубинное значение от Бхактивинода Тхакура и Шрилы Прабхупады. Итак, завтра мы перейдем к следующей шлоке. А на сегодняшний момент мы дошли до пятой шлоки. Вспомните шлоку, с которой я сегодня начал. Если бы Чайтанья Махапрабху не явил своей беспричинной милости, у нас не было бы никакой надежды. Chance. So don't waste your time.